Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, это у нас демо игры Nocturnal. Ничего не меняется, да? Ну давай вот так. Nocturnal, demo version. Давай посмотрим, что у нас по опциям есть. Brightness, Resolution, Audio Control, Sensibility, Sensibility, все такое. Давай побольше, я все-таки слеповать начинаю, дамы и господа. Speaker color off. On. Хорошо. Ладно, давайте начнем новую игру, посмотрим, что это за проект. Звук, по-моему, очень сомнительный. Простите, я шмыгаю. Очень-очень такой. Ну, короче, разберемся. Происходит дождь, по всей видимости. Давайте я курсор уберу, а то как-то непрофессионально. Как я уже неоднократно отмечаю, все играют в Hogwarts Legacy, а Владос мучает демо-версии. Что, геймплей начался? Подожди, может, тогда мне гейпад подключить? Ну-ка, да, слушай, поддержка. Слушайте, охренеть, какой фантастический визуальный стиль, дамы и господа. И это прям Ori, Salt and Sanctuary, очень круто. Аж мурашки пошли, насколько это круто сделано. Так это говорит правда. Видимо, нападение прошло. Простите, я периодически буду мутиться, у меня сопли текут, я их стараюсь, чтобы они не текли, а они все равно текут, зараза. Ты пришел, говорит, в темные времена, солдат. Некстер Б. I pray what trouble. I didn't realize. Really fast, continue wearing more than anything before of me Island Island. Надеюсь, она живая. Она сказала, будет молиться. Если я правильно понял. Ну давайте мне уже геймплей, пожалуйста. Геймплейный процесс покажите, чтобы я солдатам к я, слева и справа, которые напали на эти земли. Warm rain, home, finally. Теплый дождь. Ну хорошо, что не теплый снег. Оп, паркурчик. О, ломательная штука. Секрет? Думал, секрет будет, но секрета нет. Не завезли. Что это? Это костер. Checkpoint reached. Приятно. Все, геймплей начинается. Ну давайте, пацаны. Ломаем дверь, потому что можем. Опа, что такое? Что такое? Кто? Что за тень? Блин, ну это какие-то страшные силы на меня напали. Бежать. Run, Вася, run. На максимальной скорости. Быстрее, мальчик мой. На перекатичах, на воротичах. Как чемпион. Я переиграл игру. Я нашел перекат. Иди ломать быстрее, малютка. Быстрее. Отлично. Она и на улице может етить, а меня в детстве не выпускали погулять. А тень выпускают. Ну ладно. Быстрее, Мансим, убегаем. Скорее. Какие-то штуки собираю, коллектаблсы. Но зачем они мне нужны? Я, честно говоря, думал, будет геймплей. А здесь какая-то визуальная повествовательная штука-дрюка. Ну ладно, сейчас поглядим, разберемся. У нас еще минут 7 есть. Forward stick to jump from launch. Да, это я знаю с каких-то игр. Когда ты делаешь атаку, ты можешь гораздо дальше пролететь. Это вот прям как бы не из Salt and Sanctuary было взято. Но опять же и в других играх, ну последнее, что я знаю, это вот Salt and Sanctuary. Ого, ничего себе. А я что, теперь огненный мужчина? Ля, тупо поджигатель, мама родная. Зачем ты это делаешь, дружище? Зачем? Опустись. Ну надо вниз как-то, я понял. Да, я активировал лифт. Слушайте, визуальный стиль невероятно крутой. Вот эта вот механика с тем, что ты как бы во тьме, охренеть, как круто выглядит. Я невероятно восхищен данным проектом. Без шуток, народ, он очень хорош. Пока что то, что я вижу, это как бы не 15 из 10. Прям вот серьезно. Секретное место открыл. И здесь забрал 3 каких-то коллектовался. До конца пока не понял, как лифтами пользоваться, но я думаю, мы научимся. Может, вверх можно? А, просто стиком. Ни хрена себе. Дезертир, ты шо, пес, ты шо? Я нормальный парень. А ты вот петушок, 3 хитайма надо было всего лишь. Вторая стенка активировалась. Я, конечно, не понял, как я это сделал. А, по всей видимости, факел зажег. Вон слева сверху мои хиппи-поэты. Понимаю.
Уехали вниз, уважаемый лифт. Нам дальше. Поджечь. О, можно вообще все поджечь. Что-нибудь произойдет из-за этого? Если я все подожгу. Ни хрена не произошло. Ну ладно, зато красиво теперь, красиво. Слушайте, очень приятный проект. Не могу посмотреть, куда прыгать. Буду прыгать, куда глаза глядят. Прям как в детстве. У меня стамина нет, нормально. Немножко ХП не рассчитал, ну бывает это. И так сойдет, дамы и господа. И не с такой фигней справлялись, знаете ли. Надо было факела зажечь. Твою за ногу. Ну ладно. По всей видимости, нужно найти огонь и открыть дверь, активировать. Давай проверим мою теорию. Алло. Вот так? Не открылось. Странно, я думал, откроется, если честно. Тьма. Как теневая дрянь. Теневая дрянь на меня пытается напасть. Ни хрена в ней ХП. Ты шо, тигр? И она типа тень создавала или нет? Блин, я тупо, смотри, разбиваю тень. Едить, я хорош. Тупо босс качалки. Отлично успел. Куча различных интересных, приятных, прикольных механик, от которых ты испытываешь восхищение, не иначе. Ну это остановочка, ты что, шутишь? Я жив еще? Ни хрена себе. Так я бы скачалки, по всей видимости. Нет, я думал, я смогу выйти, но меня зажали. Зажали, как собаку сутулую. Ладно, сейчас разберемся. Блин, все с нуля. Отстой. Каждый раз эту хрень смотрит, ну ладно. Подрезал быстро. Максимально быстро, максимально без проблем. Вверх, 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 вверх. Сейчас батя заходит в комнату. Наяривает этим собакам по лицу, как они любят. Оп, сюда. Что такое? Просто deathless. There is no damage, you know. Придется факел как-то зажечь. Очевидно, нужно факел зажечь, сами понимаете. Я не боюсь тьмы. Блин, а теперь лифт как-то. Надо будет. А, лифт здесь, отлично. Лифт, красавчик. Мистер лифт, нам, пожалуйста, сюда. Здесь супер-мега-пупер-секретный секрет. Слушай, может, это вообще в отдельную игру пойдет, как думаете? Типа в отдельную серию, ну прям очень хороший проект. Прям очень нравится. Вот сколько я демо-версий штук уже 12 записал, наверное. И это пока что лучшее, что я видел. Причем вот вообще без шуток. А, мне сюда и надо было? Я, честно говоря, думал, у меня в другое место. Думал, направо. Блин, что ты ногой пихаешь, петушок? Вот это ни к чему было. Я тебе честно говорю, дружище. Твои вот эти пинания, они никому хорошо не делают. Поехал в другой локейшн. Это что, это алтарь? О, oh, skill tree, you know. Heal health point, accura, окей. Okay. New ability, far heal, LTSEC, heal 2 points, consume. Разберемся потом. Можно что-нибудь? Speed when you have fine, max health, могу, не могу. There is no fire. А за счет чего я лечусь? ЛТ не лечится персонаж, ладно. Не понимаю, зачем все поджигать можно, если честно. Жаль, никакого пэри нет. Какой-нибудь пэри было бы охренеть как... Не могу лечиться, охренеть как, кстати, было бы. Какое-нибудь парирование или что-то вроде. Чекпоинты на чекпоинте, и чекпоинтом погоняет. Это экстра приятно. Меня изнасиловали, отстой. Очень приятно. А я жив. О, хорош, жив, цел орел. Кто этот красавчик? Это я. Уничтожил, унизил, опустил, попустил. Просто без регистрации, без смс. Просто пришел и сделал как надо. По-пацански, по-отцовски. Сюда, говорю, работяги. Мне нужно немножко огня.
О, смотри, лечение происходит. Не понял, как я это сделал. Походу, я огнем лечусь. Охренеть, я тупо огненный парень. Я понял, горячий мужчина. И я парнишка с огоньком, и ты тоже. Ну ладно, это мы опустим. Вниз не могу сделать. Я могу и вниз, и вверх поехать, кстати. Дорога направо есть. Я что-то все сжег. Может, там что-то секретное могло бы открыться? Блин, так прикольно ходить, все сжигать. Я прям хулиганом себя считаю, ощущаю. РБ, ну давай. Это что? Realtor lead. Они очень интересно, держите в курсе. И там что-то было интересно написано. Ну, камон. Неужели кто-то будет там что-то читать? Тот что-то... Не, вверх. Походу, здесь нельзя, только вверх-вниз. Я думал, лифт можно еще выше отправить. Но, к сожалению, такой возможности мы не имеем с вами. Бежать, бежать на максимальной скорости. Так, ну я просто пойду и нормально разожгу тьму. Тупо не ощутю ее. Куда старец? Плечо давайте. Не знаю, что с ним нужно сделать. Просто дальше пойдем. Просто потому что можем. Давайте Бася уже покажите мне. О нет, мистер Лифт, подожди меня. Главный гость программы. Наверное, это битва с боссом сейчас будет. Я бы хотел подраться с боссом, чтобы посмотреть, кто из нас босс настоящей качалки. Есть дорога налево, есть дорога направо. Пойдем налево. Это чем? По всей видимости, нужно как-то зажечь. Но было бы чем. Пока что нечем. Блин, а у меня нет какой-нибудь самостоятельной разжигалки? Че, крепость цена, мать вашу? Оп, ну шо, пацаны, давайте, снимайте трусики. Ща Владос будет показывать, кто тут босс кошалочки. Опустил попущенцев, легчайше, просто без регистрации. Ой, еще один, нихрена себе живой. А что такое, что у вас так много? Или это во тьме они будут драться? Бесконечно долго, что-то я не... Они бесконечные, подожди, а как победить-то? Я парень клевый, но вас тоже немало. Могу как-то здесь что-то пробить, прожечь? Или просто надо было долго сражаться? Просто надо было долго сражаться. Хорошо, пойдем, там были награды. Не могу пройти. Слушайте, опции нет, дамы и господа. Видно, придется сюда идти. Давайте все зажжем. Блин, знаете, я искал медь, а нашел золото. Супер охренительный продукт. Проект. Это гигапортал. Он развеивает все или нет, не понимаю. Снова лифт, да? Или что это? Да вроде да. В начало, по всей видимости. И теперь я могу зажечь вот эту штуку, которая сделает что? Которая лифт дальше пустит. Понимаю, по всей видимости, нам дальше и нужно. Ну, погнали. На дно, как говорил знаменитый Дэвид Джонс. Тупо на дно. А, это можно ломать, по всей видимости, было. Абсолютно то же самое, блин, а насколько глубоко нам нужно будет зайти? Вот, думал тупик, но не тупик. You wanna fight? Let's motherfucker fight. Оп, огонек, сюда, папаня, шо с лицом, братан, держи хранату. Все что ли? Тьфу, тоже мне попущенец, опущенец. Унизил его как малютку. Очень приятный музыкальный саунд. Противник, ого, нормально так, осторожничаем. Оп, на перекатичах, на воротичах. Блин, охеренный эмбиент. Это просто гига-легендарная игра, народ. Серьезно. Не могу понимать, почему не работает. Ни хрена, тут загадка, что ли? Не понял, ты шо, петух, что ли? Может, какая-то подсказка есть? Я что-то не понимаю, дамы и господа. Получилось. Ну, не знаю, просто случайно.
Дракону не страшен огонь. И это провладу вас отсюда. Маленькие теневые твари. Ай, получил немножко по лицу. Ого, нихрена, так. Так, Владос, лечись, исцеляться. Дистанционную тварь победить. По возможности. Оп, на перекачечах. Оп, сюда, 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 сюда. Огня. Огня, больше огня. Немножечко не понимаешь, где твой персонаж находится. И из-за этого тяжело ориентироваться в пространстве. Я вот ориентацию даже почти потерял. А, смотри. Раз, два, три, четыре. Блин, я что-то забыл. Угу, хорошо. Только зачем? Непонятно немножечко мне. Подожди, раз. Два, по-моему, вот так. И, по-моему, вот так. Да. Хорошо. Вот секретный алтарь. Да, я понимаю, что ты там, да, ты кому это, ну, камон, дамы и господа, ну, вот это надо, нам не надо. Мы просто будем бегать, можно в дырку отправиться. Вверх. Так, куда идти? Здесь я, наверное, был. Я не уверен, на самом деле, поэтому отправимся дальше. Ну, давайте уже босса, потому что, мне кажется, мы очень далеко вниз приехали. Прям, ну, очень же. Да куда ты, глупый? Ву, наконец-то. Это вьюга невероятная снизу идет. Все закрыто. О, тут можно было... Ой-ой-ой. Очень неприятно все. Слушай, что-то прям не очень приятно. Так, сейчас я плечусь. Сейчас победим, не переживайте. У него просто нет шансов, народ. Ну, это сложнее, чем все предыдущие, честно вам скажу. Заставил меня немножко попотеть. Вверх не бьет, прикинь, какая хрень, пацаны. Какое ублюдство. Это не так-то просто, как вам кажется, на первый взгляд. Тут надо очень все экшоново, технично, технологично делать. Ой, сейчас было бы очень неловко обосраться. Но Владос не обсирается. Только не сегодня, дамы и господа. Только не сейчас. Не знаю, зачем я сюда ходил, если честно. По всей видимости, чтобы огонь зажечь. Блин, как это неинтересно. Я уже устал, типа, ехать здесь. На лифте уже хотелось бы экшона какого-то. Игра все не дает мне экшона. Блин, опять этот элитный дядька. Сначала малютку победил. Постараюсь победить. Блин, залочил меня петух кудлатый. Полечусь немножко, пока не поздно. Кто-то про барабан баному петушку этому. Он не должен был попадать. Честно вам скажу, что он не должен был попадать. Будет ли босс сегодня вообще в игре, мне интересно. Качки, да? Могу. Max Health. Sec for duration. Я давай хпшку аккор. Окей, плюс прокачку осуществили. В лифт, наверное, да? Это лифт? Или я не все сделал? А, так это прокачка. Что делать надо? Понял, сжечь. Ух, прикольная хрень.
Блин, офигеть, интересно. Есть победа. Блин, элитник пришел, нехорошо. Элитника я не очень люблю. А что эта хрень делает? Ничего особо не делает. Передамажит просто, просто передамажит. Отлично, лечимся. Не понимаю, что нужно сделать. Я честно не понимаю, что от меня хотят. Ага, понял. Надо было последний костер активировать. Я убью его, потому что это опыт. Бесценный опыт. Главное под его АОЕ не попадать. Остальное все мелочи, я так понимаю. Закрыто, разумеется. Открыто. А куда вниз-то? Блин, я походу немножко не туда поехал. Бывает, ладно. Или все правильно сделал. Блин, тут немножко тьмы. Немножко не понимаю пока что, куда дальше. Новая тварь. Новая очень неприятная тварь. Которую мы смогли превозмочь. Офигенная игра, народ. Серьезно, 15, мать его, из 10. Пока что очень нравится. Понятное дело, не все расходники собираю. Блин, вот это я обосранец. А, нормально. Я уже думал, испугался, что неправильно все сделал. И вроде бы дело сделано. Большего нам и не надо. Слушай, это уровень закончится когда-нибудь? Или он просто бесконечный? Выглядит, что второе. Так вот, у меня огня нет. Нет, 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 Джонни, твою мать! Мистер Лифт. Испытал фиаско. Придавит лифтом? Фу, нет, не придавит, отлично. А, я до этого даже типа на лифт не стал. Ничего себе реализм. А, прям так просто можно было. Окей, not problem. Блин, дальше не стало нравиться, меньше стало нравиться, потому что здесь одни загадки на загадках и загадками погоняют. Я такое не очень люблю, как вы можете знать. Все-таки я фанат немножко другого жанра. Там, где нужно жестко порку осуществлять. Слушай, а где хилки-то? Выйти нет вариантов. А я их бить не могу во тьме? Ночной при свете дня, да, я их не могу бить. Ладно, проиграл. Ну, давайте, наверное, на этом закончим. Охренительный продукт, охренительный проект. Очень понравился. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Если что, пишите комментарии, обязательно прочитаю. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Есть еще Boosty, там лайв формат, подкастики. Много всего интересного. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем Boosty. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв-формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на Ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно. Так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.